Итак, тот, кто сказал в артиллерийском музее шаг назад, все остальные шаг вперед. Ага. Итак, нам нужно разобраться только с тремя. Вопрос только вот этим трем. Двум девушкам и одному молодому человеку. Чего же? Будете отвечать Москва? Хорошо, я понял. Скажите, пожалуйста, Санкт-Петербург очень долгое время был столицей государства российского и целой империи. А скажите, пожалуйста, в каком году Москва стала столицей нашего государства? Последний раз. Вот с того года и до сегодняшнего дня. Последний, потому что там несколько раз все переходило. Так, ваша версия? Ну, говорите сразу год, как вы думаете, не надо вот... Ну, тысяча... Ну, говорите... 1918. Вы знаете, я не буду договаривать. Войдите вообще в интернет и посмотрите, когда Москва стала столицей государства российского. Есть вопросы, которые даже стыдно вот не знать, честное слово. Ну, надо исторически, тем более в таком вузе учитесь, который говорит о защите нашего государства, тем более сегодня, в этот, в такие дни. Я же в своей старости должен быть уверен, что меня будут защищать. Спасибо большое, что я не старый. Значит, вы первые, вы вторые, вы третьи, вы четвертые. Пятые, шестые, седьмые. Готовы? Замечательно.